Мы присутствуем на послематчевой пресс-конференции. Алексей Григорьевич, вам слово. Прокомментируйте результаты игры, ход, довольны, недовольны. Ну, сегодня была очень хорошая игра. Я думаю, что зрителям она очень понравилась. Я думаю, что результат закономерен. У меня претензий к ребятам никаких нет, ребята старались. Но если в той игре нам не повезло, сегодня могу сказать, что нам, честно говоря, повезло. Вот. А хочется пожелать команде «Динамо» дальнейших успехов, чтобы они продвигали дальше. Эдуард. Я с Алексеем больше не соглашусь немножко, что результат закономерный. Когда ты не добиваешь столько моментов, при счете там 5 или там игра закончится, должен быть 7-4, 8-4, 9-4. Подряд люди не добивали. Не добиваешь ты, добивай тебе, это закладывается закон. Так оно все и сложилось. Ну и плюс, честно скажу, не очень мы выглядели уставшие от появления функционального. Не могли переверить, в общем-то, с Нижним Новгородом. Добавить еще когда надо было дожать. Я прекрасно знаю, когда сюда команда приезжает, и закрытое помещение, всегда тяжело здесь играть, по крайней мере, уже во втором тайме. К сожалению, мы не смогли. Ну и в первую очередь, конечно, не использовали моменты, которые были. Ты мне сказал, что нам все не повезло. Большое спасибо.